Это давеча, и мы продолжаем. Соорудил хижину и уже 10 лет живет в лесу под Котельничем. Жизнь сложилась так, что Анатолий Крымов оказался на улице без средств к существованию. Его историю рассказали активисты Общероссийского народного фронта. Сам 59-летний Анатолий родом из Омска. В 83-м году он приехал к сестре в Кировскую область. Большую часть жизни прожил в деревнях, работал пастухом. Однако деревни постепенно вымирали. В какой-то момент идти ему стало некуда. Он поселился в лесу под Котельничем. Из-за того, что было под рукой, построил себе подобие дома, теплицу, туалет и баню. Последний, правда, пользоваться пока не получается, нет котла. Анатолий мечтает работать в колхозе, жить в собственном доме и вести подсобное хозяйство. Мужчине помогают активисты Народного фронта, собирают для него одежду, предметы гигиены, продукты, посуду. Помочь можете и вы. Для этого нужно обратиться в региональное отделение УНФ. Хотел бы скотинку, овечек что-нибудь держать, что-нибудь кур держать и работать в совхозе, в колхозе, где сельскую местность я люблю. Не пью, не курю, в тюрьме не сидел я.